Стой, Chicken Gun – это очень популярная игра, в которой много пасхалок. С обновлением 3.2.0 их стало и очень много. Еще больше стало при добавлении секретных крыльев. Секретных крыльев было всего 8. Но от пасхалок, начиная от крыльев, заканчивая до грузовика. Но эту пасхалку никто никогда не видел. Эта пасхалка была снята моим другом. Он нашел ее чисто случайно. Как вы думаете, что это? Есть 3 варианта. Аптечка, новый кейс с оружиями для батл-рояль и так далее. Или же это что-то другое. Например, кейс, за который можно покупать за монеты. Как в Stand of 2. В общем, есть несколько вариантов. Кто напишет правильно и в итоге его добавит. И мы узнаем, что это такое на самом деле. Кто напишет правильный ответ, того лайкнут. Ну а мы переходим к концу видео. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока.